Тоди я подвину. Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили и... Я снова в чате. Спасибо, ну вы знаете, кто я. И сегодня мы снимаем челлендж «Кто съест все?». Ой, кто больше съест? Она решила все съесть. И кто выиграет? Обнаглела совсем. Я понимаю, конечно, что у себя дома, но, знаешь, я тут тоже не мебель. Кто съест больше, тот... С солью. Да, давай вот так вот. Если что, мы поссоримся. Нельзя соль сыпать так. В общем, кто больше съест, тот... Фатим. У меня прям мурашки пошли. Кто больше съест, тот это аскотима. Кто больше съест, тот получает 50 монат. У тебя есть с собой 50 монат? Она меня хочет разорить. Как вкусно. А мы же должны были отвечать на вопросы. Как мы будем соревноваться и отвечать на вопросы? Страшно. Ребят, какая вкусная алча. Меня спрашивают, что делаешь? Не видите? Теперь вот твой ответ. Сколько раз в день едите? Настолько много, что я не считаю. Шутка. Ну ладно, раза четыре. Я три раза. Я не так часто ем. Если не считать перекусы, которые 8 раз в день. Так, всего три. Смогла бы есть только один раз в день. По доброй воле нет. У меня такая особенность. Я именно утром хочу есть больше всего. Я делаю 2 завтрака. Мне наоборот, я очень хочу жрать ночью. Ночью я не люблю. Здесь была огромная такая алча. Огромная просто. Она в животике. А ты ее съела? Да. Не беспокойся. Ей там хорошо. Передавай привет. Айка, передай тебе привет, алча. Какая сочная. Правда, стоит очень дорого. Килограмм стоит 10 монат. Честно? А что так? Крупно. Читать мы будем по косточкам. Mm-hmm. Дай свои вопросы, давай я буду это. Давай. Сколько штук ты съел уже? Не смотри, сгладишь. Кто толще? Айка, давай раскроем секрет. Неудобные вопросы получаются. Я вешу 56 килограммов. Пожалуйста, честно. Ну ладно, я сейчас 57 вешу. Ты меня откормила за эти 3 дня. Я 58. Угу. Вот ты чуть выше, то есть мы одинаковые. Будут мне кажется, выше. У тебя попа больше. Спасибо. Я извиняюсь. Короче, у нас разное настроение. Будут суши. Конечно, будут. Скорее всего, на Фатином канале в следующий раз. Mm-hmm. Хотя ты же купишь нам суши. Mm-hmm. Да, да, вкусные. Mm-hmm. Купи это. Mm-hmm. А ты скучала по Айке? Конечно, скучала. У меня такое чувство было, что что-то не так, чего-то не хватает. У меня, кстати, был вопрос, и спрашивали, знали ли мои родители, когда мы поссорились. Так вот, они узнали после того, как ты сняла видео и сказала, вот так вот взяла воду, помните этот момент? Там ничего нету, как будто вот так. Из-за этого я закрыла комментарий, из-за этого, верите? Вы видели этот момент? Просто сейчас я вам покажу. Отчасти мне надоело, все писали, что там нет воды. Вот, как в фильмах бывает, она вот так вот брала. Там была вода, просто чашка непрозрачная была, и там много дублей было. Вода закончилась, один раз я срезала это, а другой раз уже ошиблась, а воды уже не было, там капелька была, я все равно так делала. Короче, слушайте, как только Фатя выкладывает это видео, мне звонит мой брат, мне поворачивается и подходит ко мне в комнату моя мама, говорит, вы что, с Фатей поругались? Я говорю, подожди, я разговариваю по телефону с моим братом. Видишь, они все подписаны, им приходят уведомления, они меня спрашивают, что происходит, почему ты нам не рассказываешь? Я просто надоела, мне надоело, я устала от этих вопросов, где видео с Айкой. Я хотела разом всем ответить. Айка или шашлык? Не знаю.
Конечно, Айка, шашлык даже не мое любимое блюдо. Вот если бы суши спросили. Но вы это спросили шашлык. Ты можешь из меня сделать шашлык, если что. Не выбирай шашлык. Шашлык я съем, он закончится, и все. Айка на всю жизнь. Айка может купить шашлык или попросить маму приготовить. Я пыталась представить, как будто я никогда не знала Айку, как же я же раньше как-то жила без нее. Но вот, знаете, у меня есть другие подруги. Я вроде с ними дольше дружу, с универа, со школы. Раньше мы вообще постоянно были вместе. Просто у нас не так много общих интересов. Да, у нас с Фатей очень много общих интересов. Иногда Фатя мне скидывает палетку. Я понимаю, в чем дело. Другая не поймет. Я, кстати, заметила, что после ссоры мы начали как бы более осторожно высказываться в адрес друг друга. Mm-hmm. То есть мы уступаем друг другу. Mm-hmm. Положь на место эту кружку. Бери помельче. Я шучу. Бери помельче. Я сказала, не эту. Уступаем друг другу. Знаете, я так часто спрашивают, Алька, твоя лучшая подруга, кто твоя лучшая подруга? Мы так не разделяем. То есть я не разделяю, не знаю, как она. Я считаю, что это детские варианты какие-то. Лучшая подруга, не лучшая. Подруга и подруга. То есть все подруги, всех люблю. Просто у нас не настолько много общих интересов. Другими. Угу. Мне интересен YouTube. Они блогеры. Мне интересна косметика. Они купят себе палетку. Одну. Четырех. И всю жизнь ее пенят. А мы не такие. Два мы года. Люди простые. Да. Мы можем себе это позволить. Раньше это тоже такое было. YouTube заставил меня бешено скупать все подряд. Я крашу губы. Сила Ютуба. Угу. Я крашу губы сейчас. И Фатя меня спрашивает, что это за помада. Я говорю, это тестер, который я купила. И она говорит, тестер? Это, наверное, какой-то бренд. Что это за бренд? Я говорю, да, это Эссенс. Я такая... Тестер. Тестер купила от Эссенс. Это сложно отвечать на вопросы есть. Какая марка телефона у тебя? У меня Samsung, Kaiki, iPhone. От собаки? Убегали от собаки? Я убегала к собаке. Я убегала от собаки в детстве, когда у меня была собака. Потом я выросла и поняла, что нельзя убегать от собак. Почему она за тобой бежит? Да. Вообще, я очень люблю собак и не боюсь. Ругайся, ага, ты говори. Мой брат очень сильно один раз укусила собака. Вот, прям за ногу. Прям до крови. О, бедняжка. Ну, да. Все обошлось? Ну, да, обошлось. Он жив. И собака тоже. Странно. Ты не отомстила за брата. Ну, что с этим? Мы любим животных. Ты убегала от собаки, ты сказала? Ну, убегала. Умеете ли танцевать с гинком? Типа, там знала по движениях. Кто продемонстрирует эти движения? Там-та-дам-та-дам. Я когда танцую, все на меня смотрят. Я не знаю, я так хорошо танцую или так ужасно. Я делаю вот так. Оп. Как это сломалось? Это или мой зуб, одно из трех. Или зуб, или брекеля, или косточка. Открой рот, и мы все посмотрим, что у тебя. Это не косточка. Жаль. Может, брекель отлетел? Если не пригласить бы, дороговато бы обойдется. Зуб, мне кажется, дороже сейчас, импланты ужас дорогие. Ну что, покажи зубы. Это просто она щелкнула брекету. А, ерунда. Всего-то. Ой, ребята.
Завтра я пойду к тете. У нее там говорящий попугай. Я буду в Инстаграм снимать сторис. Да он прям говорящий? Ну, он чуть-чуть говорит некоторые слова. А как они его научили? Просто он говорит, где папа? Где папа, где папа? Да, да. Спасибо, спасибо. Отдай, отдай. Mm-hmm. Ну и как? Нечетко. Не как человек. Ну еще бы. Но четко слышится. Ну он такой где большой папа? Попугай, да? У меня маленький. Маленький, говорит. Есть такие. У меня был маленький попугайчик. Так он... Я его сколько... Надо с детства учить. Я с детства учила. Плохо учила. Я говорила, Сархан скотина. Сархан скотина. Это мой брат. Ну, короче, я пойду сниму влог вам. Но Instagram Stories точно сниму. Так что подписывайтесь. Мои любимые блогеры, обожаю вас. Муа. Спасибо. Burning, он пишет. Какое животное хотели бы? Собаку. Я бы хотела маленькую собачку шпица. Я большую. Овчарку. Дома? Угу. Там что-то есть инородное тело, маленькое. Может, округлиться? О, Господи. Разломила ее. Я хочу еще волчу. Я там... боюсь, что ты останешься без зубов. Ничего. Там еще спросили, ревновали ли вы друг друга? Я нет. О нем вы знаете. Я воздержусь. Посмотрите предыдущие видео. Я воздержусь. Она сказала все. Когда выйдет в YouTube шашлык, спрашивают. О! Ничего, просто в твоих слюнях все остальные. Идеально так. Красивые сережки у тебя. Угу. Когда это выйдет, ведь уже про шашлык выйдет. Хотя нет, может быть, это выйдет, потом шашлык выйдет. Считаем? Да. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Почему ты всегда побеждаешь, фрукты? Что я тебе такого сделала? Ну, фрукты – это мой конек. Да, да, я такая. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на Фатю, подписывайтесь на меня. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня всем. Пока.